Здравствуйте, дорогие зрители. С вами Андрей, Денис, Сергей и Женя. И это проект «Замбот». Всем привет. Да, всем привет. Я добрый, привет. Невинный колобок. Денис у нас ниндзя, он там побежал. Женя просто с дробовиком ходит, а мы с Сергеем будем вместе спать. Блин, звучало плохо. Ребят, давайте без этого, да? Ну, у меня сонливость, мне хочется поспать. Женя, не осуждай. Да я не осуждаю, я понимаю все, но... Наоборот, осуждать надо. Вот я сейчас бикини надену и будет вообще... О, ужас, я чуть... Хотя подождите, у Андрея персонаж девушка. В смысле девушка? С каких пор? Ну, у тебя же персонаж девушка вроде. У меня персонаж девушка? Блин, как это она неудачная. Даже девушка я неудачная. Я не уверен, что у меня персонаж девушка. Потому что... Слушай, даже когда я выбираю персонажа... Мужской у меня пол. Понимаю, мужской. У меня даже... мужской. Ты посмотри, у меня у сына такого педофила жесткого. Ну, это не может быть девушка. Ну, у тебя волосы просто такие длинные. И шортики такие короткие. Это все потому, что... Ну, по какой-то причине. Денис, а что ты? Куда ты? Так. Не знаю. Смотреть карту. Надо посмотреть карту. Отлично, посмотрел. И эту посмотреть. А, смотреть карту. Луизвиль Келли. Все, карта... Так, мне, наверное, какое-то более удачное оружие взять, а то у меня дробовик и инструменты только. Дробовиком не надо его бить. Так. А куда, да, я вот о том же. Куда можно клей там вот скинуть? Ой, такой, изоленту вот это вот, наверное, сюда. Давай, бей его. Ага, отлично. Скотч. Спички. Давайте сюда. Куртка, консервная банка. Такое. Консервные банки. Сергей, освободил кровать? Да. Мы не можем разобраться с калиткой. Вы не можете разобраться с калиткой. У нас еда-то есть вообще? Ну, я открываю, Женя закрывает. Я закрываю, Женя открывает. Еда – хороший вопрос. Дорогие зрители, не забывайте, что в описании есть ссылка на канал Дениса, на канал Жени, на мой канал. У Сергея канала нет, поэтому ему просто замечательный привет. Также у меня машинки. Будет попробована ссылка на, наверное, эту самую, на что? На Дзен. Так что если вам YouTube не дает нормально смотреть, можете перейти на Дзен и там посмотреть. О, машинка открыта. А, я немножко подлагал. Кстати, ты не помнишь, у нас где-то монтировка есть? Не знаю. Монтировка. Багажник открыт. Багажник, ну, это машина просто закрыта. Этот самый насос. Женя, еще бечевка есть. Во сколько у нас что? Там телевидение показывает? Бечевка. В 0 часов будет что-то интересное показывать? В 0 часов там ТВ-маркет. То есть просто настроение повысить? Да. А если я сплю, я его послушаю? Нет. Нет. Андрей, слишком многого ты хочешь. Ладно, я просто посплю. Полчасика, часик. Просто в мясо разбитое. Да, обе. Ну, это авария. Так а бензина есть во второй? Блин, в белой. Кстати, сейчас гляну. Ты хочешь поджечь? В красной нету? В красной нету. В этой тоже нету. Так, вот. Фитнес. Ты куда там по лесам? Ну, дальше. Дальше. О, зомбик. Ага. Зомбик. А у нас есть кулинария? Может, пойдем, помнишь, мы это как-то находили этот... Кого? Ну, вот тот кинотеатр для машинок. Да, помню. Было так, может, туда сходим, там машинку поищем? Как можно? Думаешь? Можно. По дороге нас не забьют? Может, забьют. Так, опыта и силы у меня нет никакой, как будто мои тренировки пошли даром. Кстати, только кстати. Мне нужно поесть и попить. Там еще поспать. Была кастрюля 67. Да, мне тоже поспать нужно. Кровать, что ли? Вернемся, да. Кровать занята, но я не против. Извращение. Давайте валетиком. Ужас. Ужас. Чтобы не мешать. С кем мы живем? Зомби. А, ну. Нормально, я ее выбил. Надеюсь, меня никто не отпустит, пока я буду спать за шейку. Зомби бежала на меня, получила по лицу и тут же отлетела. У тебя часы назад. Есть? А, да, есть. Кому часы нужны электронные? Сергей, разные. Ты хотел что-то уже спросить поздно. У меня? Ой, наверное, я хочу часы электронные, потому что у меня только кварцевые. Я уже свалил, так что... А я уже разобрала. Так, ну тут горы трупов. А, ты прям разобрала? Есть.
Да. Так мне дадут часы, нет? Нет. Уже нет. Ну вот, вот что это? Что за люди, а? Как... Нормальные так, люди. Нормальные, как, да. Как с вами? Люди как люди. Зачем мне кулинарию читать? Наверное, незачем. Ну, если она 10 уровня у тебя, то да. Нет, она у меня не 10 уровня. Я же... Так, Андрей, у нас есть еда? Да, была кастрюля овощи. На 67 единиц. Половина. Какие овощи? Какие овощи? Кастрюлю ешь, рагу. Кастрюлю ешь. Вот добрый Андрей. Я нашел рагу с овощами. Вот, скука уходит. Идите телевизор смотреть. А то вы там с депрессией поедете. Так, переложил обратно. Да, рагу в плиту? Нет, тумбив какой-то. Достаете клюшки с багажника наряду со своими друзьями, и вы меряетесь ими, верно? У кого длиннее клюшка? Пока я не купил комплект клюшек от Иванова, мои клюшки всегда были меньше. Чтобы иметь лучше, надо искать лучшее. Так, 22 голода, я доедаю. Хорошо. Я не могу спать, потому что у меня сильная боль. А у меня... посмотри, в ванне там, может, обезболивающее есть. Ну, сейчас досмотрю телек. И ага. От этого уже плясать буду. Да, там немного-то осталось. Бас-гитара Всё. Сломана, электрогитара сломана. Я думаю, я знаю, что я буду делать. Фитнес. Блин, у меня вся моя регулярность уехала куда-то. Я не знаю, как это работает. Просто. А, если ты умирал, то я умирал. Туда и уехала. Ну да, наверное. Ну, если ты умирал. Ну, я умирал. Я, ну... У меня уже иной пятый. Это как бы намекает, что это не первый. А да, чё да. У меня? Я куряга, что ли, снова? Да, возможно. Да, я курильщик. Да. Так, угу. Ладно, Женя, идем? Да. Так, мне бы поспать, а то у меня это сонливость, минус 90% урона холодным оружием. Мне тоже поспать, но, вот. Что вам... к сожалению, я не могу. А, ты не можешь... так я это, а, тебе точно, могу обезболивающее дать, да. Сейчас, погоди. А что за окорок? А, окурок. Окорок. Окорок. У меня два окурка есть. Я едва да, могу сжать. Немножко запыхался. Так, тебе, ну, давай зажигалку. А у меня есть зажигалка. А, у тебя есть? Тогда да. Я забираю. А, пустая зажигалка. А, это плохо. Так, есть обезболивающее, есть даже снотворное. Выбирай. Давай посмотрим. Ловушки. Принять таблетки. Что мы можем сделать, закрафтить им? Ну, давай снотворное принять таблетки. И алкоголем еще нужно запить. Ну, это совсем уже перебор. Что-то не особо получилось много создать штуку. Так, пойду попробую поспать. Не знаю, поможет или нет. Сковорода, кастрюли. Да, спать. Ура, я смог поспать. Сможешь. Ну, может, там было занято. Да. Так, пить. Что значит смогу? Я сплю. А, ты спишь. Ну, просто ты стоишь у меня. Так. Ну, тогда оказывается. Пока мы будем просто готовить. Ага. Тяжело, пацаны. Тяжело тебе. На какие мне приходится вещи идти? А, тяжелые весы. Так, где тут? Боль, кстати, ушла. Ну, так обезболивающее. Давайте фасоль. Так, растительное масло. Звучит как план. Так, монтировку на спину вешаю. Что там у нас получилось? 24. Сушеный колотый горох. Сейчас мы его сделаем менее сушеным. Так, ага. Так, ну я дробовик, наверное, не беру от греха подальше. Я вот не знаю, сколько мне нужно спать. Так, пока не пройдет. Ну, поспать и... Блин, я вот поспал часик, и у меня все еще сонливость. То есть надо как-то довольно долго спать. У меня три деления сейчас. Три деления? А у меня целых четыре. Ну, спите, короче, насмерть. Может, ускорим? Ну, смотря чем другие-то заняты... Книжки садитесь читать. Сергей вообще куда-то, по-моему, плюнул с базы. Сергей, нам нужно, чтобы ты вернулся. Так. Ну ладно. Ну, пока спим.
Блин, я что-то прям перегруз такой сделал на 8 килограмм. Кастрюльку. И читаем ловушки. Сесть на землю. Все. Пошло добро. Блин, у меня все еще грязный бинт на левом плече. На укусе. А это уже новый, ну, загрязнился. Я понимаю. Но у меня бинтов все еще как не было, так и нет, поэтому... Не я же доктор. Так, у меня уже голоден. Минус грузоподъемность, тепловыделение, заживление минус 20. Ах, ах ты жук-то какой. О, уже два деления. Угу. Ну, у меня три. Ну, плюс там можно витаминку будет выпить, если есть. У меня есть витаминка. Я их после приема спортом... И у меня снова начала боль появляться. Главное, не вставай с кровати. Иначе не сможешь заснуть. Два деления сна и два деления боли. Голод, жажда, скука, несчастье. Так, все, выключить. Ну, давай, куда ему там? Тумба. А. Я бы, наверное, даже запись на паузу поставил. Ну, да. Пока мы спим, вот это вот. Так. Да. Можете посмотреть, что у Андрея происходит. Так, у меня... А мы скоро вернемся. У меня происходит готовка. Так. Кого тут можно порвать? Какое-нибудь тело. Порвать. Трусы в красную крапинку. У меня есть куча тряпок, но я сплю. А, блин, почему вот это все? Деньги. Рыбалка, механика, но том один. Шитье том один. Книжки перебираешь. О, где мне нужно бинт где-то осталось взять? А, ванна есть, да, там под раковиной в ванне. Там так. Тряпки стерильные и нестерильные, там так, что-то ага. Такое должно быть. Как-то, чего там только нету, да? Чего там только нет. Так, снять повязочку. Да, вообще. Укус, так, наложить тряпка стерильная, давай, накладывай. Оп, перебинтовано, отлично, спасибо. Силы добавили, его мощь. Так, мужик, закрой дверь. Что теперь ты делаешь? Навык. Так, у меня два деления сонливости. У меня одно. Мне чуть-чуть осталось. Угу. Ну-ка. Качество сна хорошее. Переживите свой первый день. Ну, как-то вроде пережил. С пятого раза пережил, да. А, первый день. Молодец. Не, ну ты ж тогда долго сидел. Это просто... Да, выживал как мог. Просто сидел, читал книжки, тренировался. А мы голодали. Да, поэтому пришлось тебя перевозить оттуда. Да ты меня так перевел, прямо в морг прямой дорогой. Ну так а как еще-то? Ну... Надо же было тебя как-то вытащить из зоны комфорта. Пусть хоть и в морг. Ну, кстати, тут палка о двух концах. Кто ж знал, что ты решишь почитать книгу в машине? Так что тут... О, все, я выспался. Выспался? Отлично. Сам по себе встал, да? Так, нет, я еще не встал. Я еще лежу. Ну, тогда есть шансы, что сонливость-то быстро вернется. Да, надо побольше полежать тебе. То есть он сам должен типа встать? Да. Ну, возможно, считай, каждый часик надо поспать, чтобы одно деление ушло. Наверное. У меня ноль делений. Ну, у тебя только-только перешло, у тебя там 0,99 сейчас что-нибудь такое. 10 минут пройдет, и ты опять спать захочешь. Ну, просто я, ну, убрала тут мод, там был мод, который показывает там прям шкалой, сколько у тебя сонливости. И сколько всего было, прикольненько, но, конечно, наверное, это нечестно. Ну, там можно таким образом отслеживать абсолютно все показатели, там, калории, температуру, жажду, голод, ну, вот насколько ты там уже прям хочешь есть. Ну, температуру в теории и так можно отслеживать. Между прочим, зомби убито один.
А один зомби, надо же. Это, наверное, я сам себя обрек на смерть, поэтому не сказали. Но одного-то зомби ты точно убил, даже зомби ты неудачник. Нет, там каждое новое тело, новая статистика. Да. Навыки, статистика, все это сбрасывается. Так я понимаю. Я был... Ну да, температуру можно отследить, там, я был таким... защиту частей тела. Таким красивым красавчиком, таким спортивным. Теперь мои дробовики где-то лежат на перекрестке. Твои дробовики? Ну, твои Какие твои дробовики? Ну, там дробовик у меня был какой-то. А, слушай, Андрей, а посмотри, у нас есть чай или кофе? Опа. Чай или кофе? Умирающий свет. Переживите свой первый день. А? Ну, так мы да. все умирали. Кажется. Да. Так. Пока Андрея пытались довести, мы сами умерли пару раз. Что тут у нас? Кухонный нож, тут стакан, тесак. Чипсы. О, так, ночная сова. Ночью что? Более 5 часов. Лол. Да. Внезапно. Так, ну и ладно, я своего персонажа разбудила. Так, включаю запись. Итак, пробуждаемся. Как его разбудить-то тут? Да просто начни двигаться. Так, а у меня да. две угу. полосочки, поэтому теперь я буду Отлично. Спать. Идите, смотрите, как весело у него. Так, ну, наверное, надо покушать. Так, ну что, погнали, Жень? Ну, погнали, да, на приключения. А вы поели? Денис, ты поел? Ну, мы не голодные. Так, мне надо ладошку перебинтовать. Я не хочу, так что... Бобы так, сушеные гора. В идеале мне бы с собой взять этот самый. Кого? Бутылку воды. Чай... Ну, это вообще хорошая идея, по большому Женя, счету. Где чай-то? Чая тут нет. Ну, просто вдруг... Кстати, ну... дай-ка я книжку выложу, мне а то казалось... я с собой таскаю ловушки уровень первый. Угу. Поешь. Я, видать, перед этим... Четверть. Ладно, бобы сушеный горох с 85 сейчас как четверть-то выпью. Неподъемный груз взял. Какой ты там, что ты взял? Да неподъемный груз. Так, так. А что насчет бутылки какой-нибудь у нас нету? А может и нету. А может быть и нет. Денис, закрой дверь, когда будешь уходить. Ради nope. бога. Так через окно могут к тебе вломиться все равно. Я буду спать. Проснешься съеденным. Проснешься съеденным. Банка из-под пива есть. Интересно, прокатит? Не, не прокатит. Между прочим, я через час. Час будет какое-то кино не, в 6 утра, да? Женя? Да. По кулинарии вроде бы. Так, ты просил, тебе часики надо, да? Да. Электронные. Да, у меня кварцевые только есть. А, хорошо, давай я тебе сейчас принесу часы. Готово, Андрюха, закрыл. Прозвучало так, подозрительно. И... Сергей, где ты занимаешься? Так, а готовой еды у нас, Андрей, есть? Да, там еды... У нас, кстати, в соседнем здании тоже есть продукты, Андрюх. Mm-hmm. Да, чуть-чуть. Всякие Андрей, палки, я... оружие. На... Чуть-чуть. Тут дофига всего есть. А, подожди, в соседнем дальнем или в соседнем нижнем? Доме? Верхнем. Верхнем. А, ну да, там не чуть-чуть. Там... Всё, Жень, я нашел воду. А, отлично. Так, вообще, кстати, в кружку можно даже набирать с собой воды. Ну, я бутылки воды нашел. 4 штуки. Я готов. Так, я сейчас перекушу, и тоже можно выдвигаться. Там этого рагу много. Угу. Если съедите кастрюлю, станете толстым, как я. Господи, нифига себе я нашел. Кого ты нашел? Многоножку огроменную. А-а. Ну, она просто... Может, я приблизил ее так? Ну, может, да. Андрей, так, я несу тебе многоножку, приготовь ее. Просто выкинь. Выкинь эту пакость. Копай. Приготовь пруд. Многоножку. Я хочу рыбачить. Мне пофиг, приготовь мне многоножку. Она готова, ешь ее. Так, ну что, пошли, Денис. Хотя да. бы приключение. Мелкого животного тогда бы принес. Если уж на то пошло, если ты охотник. Я не умею ловить. Ну, так а это надо ловушки делать. Ставить их и потом, короче, еще разделывать эти тушки. А где ловушку ставить? Да. Можно где угодно там? И... В лесу. А, ну, в лесу. Главное, в основном, не забудь, да. где она. Что за голый зомби? Не знаю, это, возможно, был мой труп. Как это связано, я не понимаю.
Что связано? Ну, такая, типа, голый зомби. Это, возможно, мой труп. Ну, прошлый мой труп. Я понял. Прошлое мое воплощение. Между прочим, через 10 минут будет телевидение. Хорошо, смотри, Андрей. Нельзя механикой. Короче, что-то не работает. И, в общем, нельзя. Разбило стекло. Да, пришлось разбивать, чтобы... Чтобы что, чтобы ничего. Нет, вообще, нам вниз по дороге. Так. А ты идешь немножко в другую сторону. Роболаборатория? Я вкачал собирательство. О, нормально. Так, разведка местности. Ну, давай я тоже покачаю чуть-чуть. А я почитаю. Так, сделай робота. Сижу, читаю книгу, смотрю телевизор. Двойной так, эффект. Камень. Камень, это хорошо. Роботанс, угу. Прекратите это легкомыслие. Сейчас с вами поговорит сам доктор Оидс. О, зомби. Рейтинг универсальный. Как часто можно тренироваться? Может быть, я слишком часто тренировался, поэтому болел? Нравишься? Да, готово. Я тут камень. О, кулинарное шоу пошло. Угу. Круто, Андрюха, круто. Но пока мне просто скука уходит. Ну, тогда. Ну, так ты опытный кулинар. Ну, у меня... Ты ошибаешься, я хоббист, у меня кулинария там на троечку. А-а-а. Зомби справа. Справа. Ну, короче, сзади. Да. А, увижу. А, ты ж у нас еще и привлекательный, вроде. Да. Или это прошлый раз было? Да не-не, я. Бекон, магнит для зомби. Латук, да. Помидор. Это просто дар божий для хлеба. Как делать бутерброды? О, кулинария плюс 124 дали мне. Бумажник. Да? Плюс 83. Ну давай ты тыкай, собирай. Пошел. Чё ты, зомби, Женя. Еще плюс 83. А, иду. А, держись. Да блин. По нему попасть никак не могу. Там кулинария растет и растет. Ну да, я тоже сижу, смотрю видео. О, молодец, Сергей. Я уж думал, я зря кому-то кричу тут. Блин, да тут собирай ягоды. Мясной пирожок делать. А, никак не собирай. Да, все, собрал. Сейчас посмотрим, что за ягода. Нормальные ягоды. Голод же удаляют. Хорошо. О, еще что-то. Эх. Острый камень. О. Пригодится. Надо дочитать. Да, если что, сделаем ловушки. Этих самых. У меня ловушки второй том сейчас будет выучен. Ага, давай, учи. Потом будешь нам кроликов, зайцев добывать. О, что-то вижу. Давай, я двух зомби вижу. Трех. Трех вижу, четырех. Женя, не садись здесь. Так. Так. Где у нас книжки? Оба. О. Собирательство сюда, ловушки сюда. Так, одного. Кулинария сюда. Виталий. Один готов. Ай! Принять таблетки. Собака! Ай! Скотина! Что вы там делаете? Не умирайте. За зомби бьемся, Андрей. Да так. Не умирайте. Живите, пожалуйста. А, о, нормально. Шитье. Живем. Механика. О, минус два. О, читать по автомобиле, да? Я про автомобили почитаю. Так, нормально, монтировка. Ремонтуешь. Ага, давай. О, кожаный плащ. Отлично. Так, электронные часы. Андрею ты отдала? Да, я ему там положила две штуки. Женя, кожаный где ты положила? Плащ. В комнате на полу. В комнате на полу? Ты бы в плиту положила так, хотя бы. Надел кожаный плащ. В спальне? Ага. Ага. Да, в спальне. Вижу. Красные даже две их тут. Да. Ну, погнали. Так, включить режим. Надеть на левое запястье. Отлично. 7:30. Вот и. Так. Сонливость, да? О, зомби. Угу. Два. Да, вижу. Здесь изнурение, это вообще жесть. Быстро падает. Сзади. Да, бью. Сергей, сзади, пожалуйста. Сзади, смотри, еще один там. Надо время ага, идет, вовремя вижу. Спать. У меня свой геймплей, ребята.
Наверное, это самый скучный геймплей в мире. Но мы к чему-то придем. Ты себя недооценишь. Я нашел револьвер и кобуру. О, нормально, собирай. Надену. И... как тут? Взять, да. Его можно как-то в кобуру положить? Фитнес. Да? А, в кобуру, да, перетаскиваешь, да, она появится на панельке, там, где оружие. Так, вижу зомби, по-моему. А, все, понял. Да, наверное, понял. Ну, то есть вот это да, вот... Да, все, перетащил. Угу. Видишь зомби? Да, в деревьях тут вроде был, вроде не был. Может, показалось. Так, вижу его. На дороге. Одного. Да вот он, сзади нас. А, блин. Так, ладно. Так, что-то я справлюсь. Не лег спать. Спать. Хочу лечь спать. Вот. А то я не выспался. Пришлось проснуться резко. Зато позанимался. А у меня опять сонливость. Ну, у меня уже тоже, причем второго уровня. Блин, опять я грязный бинт на левом плече. А что значит, что грязный бинт? Что все плохо, заражение? Или что просто... Да, нет, еще нет. Я люблю спать. Правильно, так, Денис, давай продвигаться по чуть-чуть. Будем спать. Погоди, я ну, так мы... А? Металлолом? Да, металлолом нашел. А-а. В трупике. А у нас есть бейсбольная бита? У меня. Ну, у нас же есть гвозди. О, боже, давай тебе бейсбольную биту с гвоздями сделаю. Ну, кстати, можно. Или доску с гвоздями. Не-не, гвозди на другое будем тратить. Ну, а если найти коробку с гвоздями, то можно и биту с гвоздями организовать. Там их немного надо. У нас есть коробки с гвоздями, но лучше из гвоздей что-нибудь построить. В коробке 100 штук. Сделать из 5 гвоздей биту. Ну ладно, 5 гвоздей можно. О, 2 зомби впереди. Да, вижу. И они видят меня. Вот с такого расстояния. Прикольно. Второй не видит, а первый видит. Витамин мешает усталость. О, еще один. Трое. Трое. Ах ты, тварь! Да ты бесишь, говорю, падай. Что-то страшное там происходит. Убьешь? О, да, нифига себе. Кстати, да. Прости. Лежать. Ох, баю, баюшки, баю. Засыпаю, да ты, хватит. Могу. Ай, не кусай, гадина. Гадину не кусай. Да нет, меня гадина то ли кусила, то ли поцарапала. Народ, вопрос такой. Ай! Можно посмотреть, кроме этих значков с правой стороны... Насколько ты, например, устал, голоден? Нет, Сергей. Да, мы обсуждали это. Это есть модификация, но она сейчас не стоит. Это слишком... Я вижу. Сергей, примерно, знаешь, хочу пить, не хочу пить. Так, вот, бегу к тебе. Живи. А, как... это... а ну стой! Тварь. Блин, там еще двое с кустов уйдут. Считай по количеству вот этих оранжевых квадратиков. 1, 2, 3, там 4. Я понимаю, но понимаешь, в чем прикол? Черт. Черт. Я бегу. Минус пизду. Один. Ты мы умерла или что? Нет. Да, Сергей, минус я тебя один не зомби. Слышу. Аккуратно, Женя, аккуратно, Женя. Да, вижу. У них экшен. Да, у нас экшен полнейший. Тогда молчите, сосредоточьтесь, дайте нам с Сергеем поговорить. Легко вам говорить. Ну, мы спим, у нас мы сноходцы, сноходовцы. Ай, ай, ай-яй-яй. Я, например, в доме. Три города, он на базе. Так что, Сергей, просто спи, понимаешь? Спи, жди, пока вот у тебя час поспал, одно деление ушло. Так, черт. Я сплю просто так, вот уже, чтобы выспаться. Час реального времени. Ну, не реального. Так, ну-ка, хватит. Фу, зомби. Фу, плохие зомби. Ой, оказывается, их тут двое даже было. Удачненько я так на них наступила. Да. Фух, так, моя рука, царапина, фух, пронесло, просто царапина. Это хорошо. Так, я грязный бинт. Грязный бинт, у меня тоже грязный бинт надо. Ладно, я проснусь. Сменить. Универсальный бомбер. Университетский. Ранец здесь есть. Ранец, болты, консервная банка, таракан. Таракан, Андрей не будет его готовить. Ну, ничего, заберем на рыбалку. Так. Я что-то слышу. Перебинтовано. Нет?
Так, пока я нахожусь возле кучи всяких инструментов. Так, вроде, к счастью, так, ничего сейчас, не вижу. Погоди, мне нужно перебинтоваться. Мне надо витаминку принять. Пачка купюр. Сделать пачку купюр из денег. Меня за сиську кусили. Давай. Гады. Создать максимум, давай, максимум. Что я прокачал? Кстати, я, кажется, догадываюсь, что у тебя топор мог сломаться. Ты, скорее всего, неправильно им рубил. Да? Да, то есть тебе надо взять топор в руки, нажать на правой кнопкой по дереву, и там будет срубить. Удилище. Ну, вроде так и делал. А, да? Да. Он так, рубил, двое. Рубил и сломал. А-а-а. Гвозди. Три зомби. Да, вижу. Два. Клетка-ловушка. Блин. Проволоки 5 единиц нужно. Это, конечно. Прочная палка 4 штуки. Бечевка 1 единица. Две бечевки, доска. Проволочь какая. Так, сзади зомби, сзади зомби, сзади зомби. Ага, вижу. Ай-яй-яй. Засранцы. Блин, да, блин, что? Тварь. Кусил меня. Какие-то апгрейды, утилизация. Разобрать. Да хватит. Так, а, сейчас добиваю свою и... Давай, давай, давай. Вбить ну, падайте. Падай. Падай, говнюк. И ты падай. Говнюк упал. И дура упала. Блин, у меня, конечно, из-за паники урон... Такой себе. Умывайся давай, а то ты слишком грязный. Все, нормально, нормально. Наложить стерильную тряпку. У меня кровотечение из головы, заражение. Ужас. Так, ладно. Осматриваем их. А можно как-нибудь стены-то все-таки прибрать? Да, нужен очиститель. Отбеливатель, точнее. Вроде бы как. Отбеливатель. Да. Нужно его использовать не по назначению, а не пить. Так, еще там один есть. Кстати, да. Идет. И еще один снизу. Снизу? Да. Не вижу. Да сука. Да шо ж ты меня кусаешь? Что да блин. Меня кусают. Не кусайся. Идет один. Женя, видишь? Ага, вижу. Приняла. Хорошо. И сзади один. Блин. Ну как бы справа. По дороге. Ага. Ага, вижу. Крепкие изоленты. Я им сейчас урона почти не ношу, блин, из-за усталости и сонливости и всего на свете. Первая помощь, четвертый том есть. Это, конечно, нормально. Слишком мощно. О, ты на одном стоишь тоже? Да. А вы где находитесь? Отлично. Мы пошли вниз от базы по дороге искать машину. 11 часов, Сергей. Через часик будет телевизор. Я выдохся. Да, у меня тоже началось это... Надо посидеть. Еще тараканчик. Смотреть карту. Да, только надо сидеть как-то аккуратно. Смотреть карту. В смысле, так. Смотреть Кто карту? Не так в том, как я сижу? Почему? Да, они... просто осматриваться время от времени о том. Так. Ладно, не буду сидеть на трупах. Ну, ладно, я у кого-то, походу, сижу на выражении лица. Так. Так, можно персонажа порадовать пока. Снять ему депрессию хоть немножко. Хоть немножко депрессию снять. Да, покурить, он же шкуряга. То он уже паниковать начинает. Как это? Дайте, пожалуйста, зажигалку. Ага. Блин, а тут куча штрупов. А, через торговлю, да? Можно? Давай. Рыцари постапокалипсиса. Улучшить наплечники винтами. Там кучу там разных вещей винтами можно улучшать. Да, да. Дистанционный пульт. Раз, два, три. Тут у нас много таких журнальчиков-то. Вы их читали все? Или вам это все еще равно? Нет. Еще нет. Андрей, мы сидим и курим. На дороге. Да. Посреди трупов зомби. Ты о чем? Как там говорится, мы сидели и курили, да? Да. Мы сидели и курили. Начинался новый день.
Шли рабочие на стройку. Через 20 минут телевизор включается? Или там будет только скука уходить? Нет, там будет навык какой-то качаться. Так, ну, в принципе, отдышка прошла. А у меня еще есть. Да ладно. Дистанционный детонатор. Да? Звучит как план. Блин, а что, он не перебинтовался? Интересно. У меня единственная незначительная боль есть. Ну, у меня, в принципе, жуткая паника, сильный страх. Понял. И сонливость. И зомби, зомби, зомби. Да, вижу. Сонливость у меня на 3 деления, поэтому я могу их только ронять в основном. Так, а что это у меня проект зомбоид начал вылезать? Назад. В смысле вылезать? Надо... Да так чисто. О, наконец-то, да здравствует продвинутое строительство. Учим строительство, ребята. Ой-ой-ой, так, вижу троих. И я тут гусеницу нашел. А, окей. Один идет к нам. Я книжку не взял, чтобы почитать. Один ушел куда-то в сторону. Ну, думаю, завидев тебя, он решит приблизиться. По-любому. Строительство плюс 50. Нормально. Где у нас? Так, что у тебя есть? Так, ножницы. Трусы. О. Третий уровень строительства получил. Третий уровень строительства, ну ты читер. Тогда строй! Занимайся стройкой. Что-то нашел. Погоди. А что строить-то? Расскажи, что строить. Так что, забор построить. Забор нам надо построить, да. У нас там дырка в железном заборе. А молоток-то есть. Правда, аккуратней. А то там сейчас. Так, я какие-то грибы. Ага. Можешь мне дать. Ой, еще, кстати, зомби вижу. Я про это и говорю. Камень. Камень, это хорошо. Таскай. Угу. Таскаю. Так, грибы я вижу потом зомби. А, где? Вот туда по дороге, вот да? Вот он прямо передо мной. Вижу. Точно. О, еще что-то. Еще один камень. Блин, устался от упражнений. Наверное, не стоит ничего делать. Справишься? Ну, да. С одним. Главное уронить его. Ага. Уронить. А там да запинаем. Он упал. Я бью, и мне говорят, это больно. А, ну это, видимо, от того, что у тебя травма. Ну как, что у меня по карте? Куча так, кусочков. Так, кожаный плащ, нерваный, кстати. Нерваный? Неплохо. Да. У тебя просто... Смотри, чтобы не было дырок на одежде. Так, аккуратно. А. У нас тут толпа бежит. Блин, это плохо. Очень большая. Валим. Валим, Женя. Бегите, глупцы. Да, бежим, бежим. Пошли через забор, прыгнем. Да, если я смогу в своем состоянии прыгнуть вообще через него. Так, ну тут не меньше зомби. Да. Уфли, колготки. Да. Четверо, как минимум. Ну, четверо мы еще вдвоем да забьем. Тем более, если как бы по одному, по два. Ага. Готов. Что у него боль, есть? Голод. Ничего так, нет. Давай я присяду. Сесть. Так, я пока посплю. Так. Поспи, Сергей, поспи. Сергей, как у тебя дела? Нашел что-нибудь интересное? Или ты там воюешь? Втайне от всех. Я сейчас лег спать, потому что я сейчас смотрел телевизор, и у меня... Там идут. Усталость. Вижу. Сергей, ну ты там активно бегал, поэтому ты устал, вот ничего не делал, поэтому я просто есть хочу. И я просто хочу кушать. Я закрыл на втором этаже, закрыл дверь, закрыл шторы. Когда я начну терять вес 95 килограмм? Тебе нужно, чтобы у тебя все время был легкий голод. Ну вот, примерно я так и живу. А если будет голоден? Ну, то есть, не, можешь более до голодного доводить. Тебе, короче, нужно либо овощной едой, короче, низкокалорийной питаться, либо, ну, вот так поддерживать легкий голод, чтобы сжигался жирочек твой. Жирочек. Есть штанишки? А то я в шортиках хожу, как неудачник. Меня прям за лодыжечку-то кто-нибудь цапнет. Кусит. Кусит. Мне страшно выходить из дома. Кто тебя кусит за лодыжку? Да кто угодно.
Ой, я... Вижу на горизонте как минимум двух зомби. Возможно, три. Три. Ага. Четыре. Ух, пятеро, походу. Да. Посреди парковки я вижу машин кучу и зомбаков пять. Плюс возле забора пять. Один движется к нам, кстати. Да. Подождем его. Да, кстати, ты, зажав правую кнопку мыши, можешь передвигать в стенку экран, когда будет дальше камера смотреть. Прикольно. Да, можно дальше просматривать, чем границы экрана. А я пытался понять, как ты видишь дальше, чем я. Ну, вот, ответ прост. Ответ прост. Ой, ты что его так колбасит-то? Магию. Темную магию. Магия Хогвартса. Помри, тварь. Спасибо. Вот я сейчас прокачаюсь, а потом выйду, и первый зомбак меня съест. Это будет смешно. Да, все понял, как ты это делаешь. Угу. О, да, неплохо тут зомбей. Ну и машинок-то на выбор. Да. А ты машинку не можешь взламывать, да? Да, почему-то не могу. И это очень есть печально. То есть нам нужно искать ключи? Да. Так, вижу зомби, которые движутся. Да, они движутся, но... Так. В нашу сторону. Двое. Так, отходи чуть-чуть, отходи. А у вас сонливость там не накапливается, вы там прям... Накапливается. У меня уже сонливость четверо. Максимального уровня. Женя, на нас четверо идут. Как да, же вижу. Вы воюете тогда, я не понимаю. На издыхании последнем. Киборги. Абсолютно. Захочешь жить, Андрей? Так, а! Я бы хотел. Так, жить, есть, двое упало. Не получается. Угу. Блин, да! Ложу вокруг тебя. Черт. У меня одна больно. Осталась. Гадство. Я одну взял на себя. Ай! Блин, меня за шею ранили, а? Женя, шея это плохо. Срочно. Прикрывай срочно, шею. Срочно. Отходи, рваная рана. Так, беги, прямо Женя. Стерильная. Быстрее здоровье уходит. Я здесь. Пытаюсь. А, тварь! Да ты тварь! Она убьет ты вас всех. У, не, Жень, все плохо. Бежим. Беги, бежим. Денис! Да. Бросай ее, пни ее по ногам. Вали так, их. Он тебе перемотаться, погоди. Так, ладно, она вроде нас не видит, мне тоже надо... Вон нас двое видят. Трое видят? Двое. Идут к нам. К нам подходят прямо. А, черт! А, я слышу эту боль, эти крики. Осторожно. Ой, так. Не обнимайся с ним. Да я пытаюсь. Я пытаюсь с ним что-то сделать. Падай, ну же, падай. Он ползет в ногах. Сзади, вижу. А, в ногах. Не трогай мои ноги. Сергей, Помри. Кулинарию третий том-то, пожалуйста, дай мне. О, упали. Ну вот найдешь, принеси. Денис, сзади. Дипломат, жилет бригадира окровавленный. Главное, ты меня прикрывай. Да я как могу тут их... Двое еще идут. Черт. Трое. Черт. Нас зажимают со всех сторон. Они подходят. Усталость валим. Такая. Женя, валим. Валим, бежим. Бежим. Куда-нибудь. Беги. Тебя сейчас цапнут. Кто-нибудь, помогите мне. Пип. Нет. Это я... Цитирую. Беги. Бегу. Все, хорошо. О, ладно. Черт, сколько их. Так, ладно. У меня уже усталость первого уровня. Заметно быть не очень хорошо. Да вообще. Ух ты, мама моя. Я нашел ранец, оказывается, у нас тут есть. Ну-ка. Да, Андрей, вешай его на спину. Так, усталость третьего уровня, черт. У меня первого. Повесить на спину. Так что, будем пытаться как-то... Не, там их много. Я-то думал, блин. Отходи. Они нас сейчас окружат. Давай отбежим подальше. Чтобы потеряли... Я не могу зрение. Больше бежать. Я могу только идти. Пить четверть. Офигеть. Да. Ладно. Да. Не, пешком от них можно уйти, Денис. Денис, не надо. Не жертвуй собой. Беги, просто беги. Просто иди. Тебя ранили? Нет. Я вижу, пятна крови там разбрызгиваются по асфальту. Когда появится возможность? Не мои. Что появится? Через 3 часа? Ну, 2.5. Или ты о чем? Про телевизор? Да. Пока все хорошо.
О, из леса вышел еще один. О, черт. Из леса вышел и сразу же зашел. Куда зашел? В лес. В лес. Пошел он в лес. О, блин, у меня есть, оказывается, бета-блокаторы, чтобы не так паниковать. Не так паниковать. А я про шитьё читаю. Не знаю, зачем. Молодец. Так. О, один только идет за нами, да? Ну, давай разберемся с ним. Это тот, который из леса вышел. Ага. Те, значит, нас потеряли, видимо. Так. Ну, где-то они далеко и правда остались. Боль ушла из мышц, но грязь осталась. Грязь в мышцах. Грязь в укусе. В смысле? Тряпку да. Стерильную давай, накладывай. О, отлично. Денис, у тебя есть стерильное что-то? Да, тебя перемотать? Да, перемотай мне, пожалуйста, шею. Да без проблем. Так, снять повязку. И такой, а, нету стерильного. И кровотечение, Женя умерла. Да. Так, посидим на дорожке, да? Да. Долго, правда, сидеть придется. Бумажник нашел. Жаль, что он бесполезен. Да. О, можно сделать тряпичную веревку. Ну, кстати, потом они нам могут пригодиться. Могут. Коробка яиц, яйцо. Что-то тут ничего не хочет из этого. Кстати, вообще, в принципе, вот как у меня один из вариантов, ну, предложение, не знаю, из личного опыта, то забаррикадироваться на втором этаже пожарной части. Но это нужна кувалда. Так, я видел... Мне показалось... Ну, что ты? Сижу, мониторю эту сторону. Угу. Я вперед смотрю. Ну и чуть-чуть по бокам. У нас что, только одна сковорода? Ты же когда сидишь, ты можешь ворочаться. Угу. Я знаю, я ворочаюсь. Так, ну, на дороге вроде чисто. Угу. Но с той стороны, в которой я что-то видел, тоже вроде чисто. Я маяк. Акопян. Маяк Акопян. Какой ты Акопян? Что ты несешь? Плоские шутки, Андрей. Плоские шутки. У меня кончились стерильные тряпки. Не, у меня просто вообще, по-моему... Не, у меня есть... А, тряпки обычные, да, есть. У меня обычные 15 штук. Я грязный, наверное, выкину. А, и вот бинт грязный я не буду выкидывать. Бинт грязный можно почистить. Я пока... У меня 13 обычных тряпок. Почищу тряпочки вам. Дезинфицировать кастрюлю с водой. Да, продезинфицируем. Так, у меня усталость что-то не уходит. У меня пока тоже. 17 часов. Да. Мы застряли посреди... дороги. Хотя, блин, пипец. Кстати, а ты можешь помониторить, да? Кого? Дорогу и окрестности. Пока Женя возьмет и ляжет спать. Да? Да. Ну давай. Да, я как... Не знаю кто, сплю просто на земле. А, зомби! Тебя кусают! Черт, да, я... А, черт, группа... Какой канал смотреть будем, Андрей? Что, через 20... Life and Living. Через 40... О, со всех канал... сторон зомби! 40... Уходим, уходим. Нет, а какой канал обычно? Уходим, уходим. На среднем. Life and Life... Тут будет трое. Жизнь... Да, я вижу. ТВ, Life and Life. Черт, укусы кровотечения. Готово, я их свалил. Круто, а меня все-таки укусили. Бинтуюсь. Женя, у нас заражения нет. У нас же нет заражения. Нет же заражения. Я слишком молод, чтобы умирать молодым. Так. У меня уже два деления сонливости. 80% урона. Да ты тварь!
А мне это не нужно. Блин, как меня раздражает местная система этих самых. А, встал один. Да, вижу. Блин. А, не кусай мои ноги. Да, не трожьте наши ноги. Они нам еще нужны. Ноги мои, ноги. Ноги. А. Ножки. Блин. Да, нет, бежим, бежим, бежим. Крики. Бежим, Денис. Да, да, бегу, бегу, бегу. А, я иду. Я как могу. Ладно, я тряпку пока наложу, пока в этом. Ты можешь, кстати, идти и накладывать. Развернись лицом все-таки на дорогу и пошли отсюда. Черт, это просто. Сергей, 10 минут осталось. Телевизор. А, нет, нет, нет! Начинается. Женя, новости. Ты живешь? Я живу. Живи. Так, все, идем дальше. Что там, Джоли, Джоли, Гуд, Джоли, Джоли. О, господи, сколько! Это, еще один из леса выходит. Осторожно, Денис. Где? Справа. Впереди. Оригинальное блюдо британской кухни. Бисквит и подливку в нашем меню. Ну, ты не смотри назад, ты просто иди вперед. Да я-то и бежать могу так. Приходите сегодня. Ну, да, я так. Нет. Ну, хотя бы просто иди рядом со мной. Выживание. Не оставляй меня с ними. За нами трое. Да, мне кажется, там их и больше. Кошмар, не правда ли? О, еще один вылез. Плюс один. Угу. Так, я вижу перекресток, который рядом с нашей базой. Главное, чтобы у ворот не было засады. Но дом есть дом. Так, ну сейчас за нами один только ползет. Угу. Все остальные отстали. Я получил собирательство первый уровень. Да-да-да, молодцы. У меня два уже собирательства. И сейчас еще получаю. Я тоже получаю. Так, вижу одного. Угу. До новых встреч, ребята. Полтора уровня собирательства. У меня 2.5. 150 из 300. О, упал. Пойду спать наверх. У меня опять два деления. Ребята, может, вы тоже хотите поспать? Блин. Нет, я хочу разбить голову зомби ногой. Какие вы скучные. Все, ура. Эх, ногой, наверное, кстати, это быстрее, чем сломанной битой. Мои зрители, ну, наверное, да. Такие... О, зомби за нами идет. Уже заснули давным-давно. Рана, кровотечение, ужас. Вы там выживаете? Да мы живы, мы сейчас ведем на базу кучу зомби. Не надо этого делать. Кто их они знает? Сами. Вы хотя бы ушли, дали мне палку какую-нибудь, сказали, вот эта палка. Копалка. Я да тебе сказал, где 300... все палки находятся. Да. Где? В верхнем домике. И один патрон. Дальше бы он разобрался. Да-да-да, спасибо. Не, ну, кстати, есть моды, даже позволяющие совершить суисайд. Нам это не надо. Так, нам это не надо, мы хотим жить. А моду делать... Ладно, не буду говорить такое. Что воду делать? Не буду. Вот и не говори, что он там планирует, Сергей, с его хитрыми планами. Да вообще ужас. Спать на земле, отлично, пить. Собирательство, зверловство, да, попить. Рыболовство. Начинать чистить. Надо собирательство. И, наверное, с тренировки фитнеса. Давненько я фитнеса Денис, обезболивающее у тебя осталось, да? Да. Я уже лег спать. Блин. Достать обезболивающее? О, так давайте ляжемся мне нужно... вместе, ускоримся. Да. Так, где тут Женя? Женя. Я здесь. Торговать. Да. О, отлично. Я не буду обезболивающим, я могу... Я уже не могу, черт. Тогда мне обезболивающим. Там снотворное можешь выпить, оно тоже помогает. Тебе вроде тебе давало? У меня 4 полоски. Боли? Сна. Подожди, сна зачем у меня ты проснулся-то? Тоже. Так. Чтобы передать. Я скинула на землю спать. А, я не могу лечь спать. Кто-то преграждает мой путь. Даже так? Так может, да. И мой путь кто-то преграждал? О, все, я сплю. Наверное, нельзя засыпать, когда только-только проснулся. Надо чуть-чуть ну подогнать. Да, там надо чуть-чуть... Я не могу лечь спать, ты мой путь преграждаешь. Мне не пройти туда. Ляг на диван, ляг на диван.
На диван, который... Мне не пойти. Какой диван в жопу? На кухне диван есть. Там можно тоже лечь спать. Если решите ускориться, скажите. Я могу спать на землю. Давайте ускоримся. Давай, спать на землю. Спать, лёг, всё, спать, лёг. Ускоряемся. На тройку? Третью скорость включил. Да. 4-4. О, я проснулся. Проснулись. Ой, телевизор. О, телевизор. Эй, меня-то подождите. А, можешь меня, кстати, перебинтовать пока? Сначала себя перебинтую. Хорошо. Перебинтовать. Дайте мне стерильные тряпки. У меня нету. У меня вот, смотри, на пол побросил. Подо мной. Андрей, стерильная тряпка. Да что ты делаешь? Все нормально с ней. Она в пакетике. В бахиле. Я ее носил только два я раза. Я тебя грязной тряпкой перебинтую. В пакетике. Кто что случайно? Миша, сколько? Красный деревщик, о, сейчас нам еще что-то сделают. О, это строительство. Угу. Так, а я могу фитнесом заниматься, пока ты меня перебинтовываешь? Нет. Я тебя не перебинтовываю. Девушки обожают лестницы. Они улыбаются, когда поднимаются по ним. И улыбаются еще шире, когда спускаются. Иха, так что же нам понадобится? Девушка, во-первых. Сколько там досок? 15 досок, 15 гвоздей и продвинутое. Строительство. Строительство плюс 50. К сожалению, я не могу посмотреть состояние Андрея. Вот, давай, смотри сейчас. Не могу. Не могу. Ха-ха-ха. Что, значит, не могу. Не могу. Я на тебя как не тыкаю, все время Женя выбирается. Ха. Так что все, Андрей, вот, я не могу идти. Даже в уголке не могу. Вообще выйди отсюда. Пошли, выйди отсюда. Отсюда. Отдай мне. Я хочу телевизор смотреть. Собирательство плюс строительство плюс 50. У меня строительство в первый уровень. Я четвертый. Вот это вы Господи. Обученные. Нахрена вам строительство, если вы не строите? Вам только получить его. Да, да. Я хочу все знать. Идите со своим строительством. Драться с зомби вы не деретесь. Строить вы не строите. Да я почти, да. Вот, мне 150 строительства, я бы 4 уровень получу. Так, дай мне бинт. Где мой не бинт? Не дам. Все, ушел я от тебя. Пойдем, пойдем. А то я сам перебинтуюсь. У меня уже здоровье начало истекать. А потом... куда ты дергаешься? Стой смирно. Иначе истечешь здоровьем, действительно. Немножко испачкал меня. Да чё ты дергаешься, говорят тебе. Я думал, ты закончил. Что за стоны вообще? О, незначительная боль. Я только его проверяю состояние здоровья. Он дернулся. Я только его перебинтовываю. Он дернулся. Нормально. Давай, так, где там пойду? Еда? Еда там есть. Ты с нами пойдешь? Пойду с вами. Уверен? Нет. Я не уверена. Включи лучше плиту с горячей водой. Я простерилизую тряпки. Ага, сейчас сделаю. Я тебе 6 бинтов дал. Стерильных. Они кончились, Андрей. Mm-hmm. А, Денис, отойди чуть-чуть от раковины. А, я чистил бинты. Ага. Господи, почему вы трупы из дома не вынесли? А кто? Почему у нас бита висит в окне? Это я выкинул. На улице. А, ну выглядит она так, как будто висит в окне, да. Так, вода включена. Это новая картина. Картина маслом. Да. А, Андрей, у нас есть поесть? Было. Больше нету. Ну дайте мне тогда кастрюлю с водой. Погоди, мне нужно простерилизовать. Ну вот. 24 тряпки. Нормально. 24 тряпки. А мне 13 тряпок, так что... Хорошо, хорошо. Жди, Андрей, кастрюлю. Я пожарю на сковородочке что-нибудь вам. Давай. Какого-нибудь тунца там, я не знаю. Так, тунец. Это будет просто жареный тунец. Немножко осталось маросить. Просто одна кастрюля с водой. Так,
Так, так. Где там это? Ну все, можем хоть на край света. У меня 25 этих самых. Не осталось только стерильных. Так, надо перенести сюда, в эту... в этот дом мусорку. То у нас как-то... Раз, дашь мне зажигалочку? Да, надо, кстати, найти зажигалочку. У меня есть, но она пустая. А вот, кстати, по идее, как-то их можно бы заправлять. Да. Ну, либо газом. Тут еще такой вопрос. Бензин, либо газ. Я думаю, бензин. Зажигалка нарисована как зиппа, которая... Ну, это-то я вижу. Только кто знает, как там модификаторы решили. Ну... Так. Вообще есть... И... Так что, дашь зажигалочку? Или мне... А, так я скинула ее где-то на пол. На пол? Зажигалочка. Да. Не вижу. А, вот она, возле двери. Нашел. Мое любимое рагу из гороха. Так, а может у нас где-то во втором доме есть еще? Сейчас задымлю вам тут все. Все. И злодей. Ага. Да. Так, у меня, кстати, монтировка почти померла. А у меня бита-то померла. Mm-hmm. Ну, надо давай. Кстати, можешь взять нормальный рюкзак, у нас там есть. А чем тебе мой рюкзак плох? Так он маленький. Посмотри в комнате там. Андрей, может, его взял уже? Нет, там несколько рюкзаков. Там было несколько рюкзаков. Какой-то я взял. Так, две сковородки еды готово. Ага. Круто. Круто. Куда-то их перекидываю. Так, чтобы взять из оружия там. И принеси мне что-нибудь из оружия. О, ничего себе, в холодильнике тут у нас припасов. Женя, принесешь мне что-нибудь тоже из оружия? Так, а нет. Нет. Ну, пожалуйста. Ну, я даже не знаю, что тебе принести. Ну, что-нибудь такое для чайников. Вот я механика... Для чайников. Зубочистку. Зубочистку. Нет, что ему работает для всех, понимаешь, что взял дробовик и убил все, что живое, а не живое, оживил и убил. Нет, металлический пруд. Да, вот металлический пруд, принесите, пожалуйста, молодому человеку. Ну, я его себе взял. А. На улице бита валяется, или мне кажется? Не, она сломанная. Сломанная. А можно ли починить изоленты? Слушай, а такого у нас, да, изоленты очень много надо. Под сколько? Не все? Знаю даже. Говорят. Блин, а ну у нас такого чайниковского даже особо и нету. Вроде бы был когда-то чай, или мы там потеряли его, умерев. Даже не знаю. Так. Ну вон, большой походный рюкзак, Денис. Я взял. Ага. Я надел на спину походный рюкзак. А, большой есть где-то? Да, там же. Где-то. Большой походный рюкзак. Надеть на спину. То есть он типа больше обычного. Угу. Так, есть четверть. Ешь. Так, в моем ранце куча всякого хлама. Что-то я поел, забрать... и не помогло нисколько. Болты всякие, гусеницы, металлолом. Так, а Андрею надо, наверное, всякие консервы перенести, которые... Ядовитые ягоды. О, ядовитые ягоды. Ядовитые ягоды. Прям сразу ядовитые. Андрей, сделай что-нибудь из ядовитых ягод. Я думаю, не стоит. Не, лучше не надо. Так, блин, а у нас в том доме нету холодильника, да? Да. А просто тут есть всякая... Андрей, я принес тебе эту самую гусеницу. Гусеницу? Я думал, ты принес мне эту самую дубину, которую я бы мог воевать. Нет? Я слишком много прошу. Да, у нас нету такой дубины. Кстати, да. Уже час прошел. И что? А, да ладно. Быстро час пролетел. Да, да, в этом плане да, согласен. Так, говядина.
и рыба. Что брать, что кушать? А, еще горох есть. Вот горох поем. Буду читать. Сергей, как у тебя дела? Ну, бегаю помаленьку. Что-нибудь нашел? Или ты там просто убиваешь зомби? Убиваю зомби, ищу книги. Какие книги нашел? Рассказывай мне. Рассказывай, показывай. Так, а что мы, может, эту серию можно закончить? Да, наверное, можно закончить. Так где вы? Я возле телевизора сижу. Давай, придем тоже. Когда с видео начнется, кстати? Что? Какая ночь? Сейчас 16:20, видео через полтора часа, Сергей. Тебе нужны часы. Но мы, наверное, закончим, это будет уже в следующий раз. Да, ну, скорее всего. Дорогие зрители, надеюсь, вам понравилось. Ну, вряд ли, конечно, вам понравился мой геймплей. Напишите об этом, скажите, чтобы я пошел и куда-то умер трагично. Но слишком много экшена. Ну, или посмотрите наши Мы обязательно найдем Андрею оружие. Да-да-да. Да, в следующий раз. Может быть, я отдам ему свое, а сам возьму какую-нибудь зубочистку. Ну, вообще, можно его молотком вооружить, в теории. Но он же там учит строительство. Молоток, строительство. Да, строительный молоток нужен тратить туда. Но... Кулинария второй там нужен. В общем, как-то так. На этом мы с вами прощаемся. Ставьте лайки, пишите комментарии. Хотя бы кому-то, Денису, Жене. У них так поактивнее геймплей. Ну и ставьте мне, чтобы я тоже проявлял любовь к этой игре. А ты не проявляешь любви? Я проявляю любовь. Вот-вот. Вот. У тебя нет выбора. Я проявляю любовь. А на этом мы прощаемся. Всем спасибо. Да. Всем, всем спасибо. Пока. Всем спасибо. Всем пока.